Сегодня Кыргызстан, как и весь мир, борется с пандемией COVID-19. Несмотря на сложную ситуацию, страна отвечает новым вызовам, адаптируя сферы деятельности к новым условиям жизни. Страна активно продолжает свою политическую жизнь. 4 октября 2020 года состоятся выборы депутатов Жогорку Кеңеши Кыргызской Республики. В день выборов важно соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы и требования, проводить тщательную дезинфекцию и проветривать помещения участковой избирательной комиссии, ответственность за которую несут органы местного самоуправления. В день голосования при входе в помещение все участники голосования обязаны соблюдать социальное дистанцирование – 1,5-2 метра. Для этого на участке будут нанесены специальные ограничительные линии, за которые избирателю не рекомендуется заходить. При входе в помещение избиратели будут проходить температурный контроль сотрудникам санитарно-эпидемиологического надзора. Также будет оборудован пункт, на котором будет обеспечиваться дезинфекция рук участников голосования и выдача одноразовой маски и перчаток. В помещении участковой избирательной комиссии обязательно будет установлен санитайзер. Все контактные поверхности будут дезинфицироваться не менее 2 раз каждые 60 минут. При голосовании избирателям рекомендуется не касаться стенок кабины и находиться в ней не более 15 минут. На выходе будут установлены урны для утилизации использованных масок и перчаток. Твое будущее зависит от твоего выбора. Твой голос важен.